Боевики ИГИЛ уже почти год воюют против армии Ирака на американских военных вездеходах. Как выясняется, они захватили почти 2500 таких машин. Иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади рассказал, что броневики «Хамви» Пентагон передал Багдаду в рамках программы поддержки. Затем они были переброшены в Мосул. Во время наступления экстремистов армия оставила город, и вооружение перешло в руки террористов. Напомню, сторонники ИГИЛ взяли Мосул под свой контроль еще и прошлым летом. Тогда практически сразу же они сожгли библиотеку, а также уничтожили древнейшие неисламские реликвии в городском музее.